изнасиловали и развратили в Казахстане в этом году. Причем в 4 из 5 случаев это делали близкие. Отцы, отчимы, родственники или соседи. В МВД рассказали, что число таких преступлений в этом году возросло. Сейчас 1500 насильников отбывают наказание за решеткой. Почти столько же педофилов стоят на учете. Каждое второе такое преступление совершается в квартирах, домах, общежитиях. И 77% преступлений совершены лицами из близкого окружения потерпевших. Имеются сложности в доказывании таких преступлений, поскольку, как правило, свидетели по делам отсутствуют, а в основу обвинения ложатся показания несовершеннолетних. Salvation, and I fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home far across the road.